Я приветствую всех любителей, а также своих коллег-профессионалов покупок в интернете. Покупок необычных товаров, и необычные они тем, что доставляются без отслеживания трека и кладутся очень часто прямо в почтовый ящик. Вот, посмотрим один из них. В описании написано ТЭП Миазуре. Не могу понять, сейчас разберемся. Сейчас разберемся вместе. ТАП лента Миазуры измерять. Был заказан такой товар. Вот он наконец-то пришел. Это не что иное, как обозвать пузомер. Таким вот образом выдвигается измерительная лента. И чтобы было удобней, она фиксируется. Есть кнопочка, которая сматывает и удерживает ленту. И таким образом вы четко можете отслеживать диаметр своего пуза, хоть в сантиметрах, хоть в дюймах. Очень нужный гаджет для тех, кто худеет и кому некому помочь с измерением. Этот может мерить совершенно. Ух ты, как интересно. А, ну да. Я обратил внимание, что линейка начинается не с 0, а с 5 сантиметров. Видимо, 5 сантиметров это вот от края защелки до начала ленты. Поэтому линейка начинается не с 0, а с 5. 5 сантиметров занимает вот это вот пространство. Так вот, гаджет этот очень удобный для тех, у кого нет помощника, чтобы померить его пузо, продержать линейку. Этот гаджет поможет смерить ваше пузо самостоятельно. Вот такой вот веселый пузомер. Свое пузо я мерить не буду, я стесняюсь. Так, посмотрим, какая максимальная длина в нем, для кого он годится. О, он годится даже для меня. Максимальная длина пуза, которую можно померить, 152 сантиметра в окружности. Так что рекомендую всем. Подошел к зеркалу, обернул вокруг себя, за щелочку защелкнул, чтобы не перепутать сантиметром больше, сантиметром меньше. И убедился, насколько похудел. В общем, рекомендую всем китайский пузомер. Внизу под видео в описании есть ссылка, по которой, перейдя, можно попасть на страницу покупки этого товара. А также ссылка на кэшбэк, то есть частичный возврат потраченных денег. Если зарегистрироваться на этом сайте на кэшбэк, то можно получать назад от 7 до 15% своих потраченных денежек. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я покажу вам еще много интересных, необычных товаров, которые можно получить из Китая совершенно бесплатно. Если вы только захотите, все эти товары будут ваши.